Ну что, вечер в хату. Когда в Москву? Слушайте, ну мне пока и здесь хорошо. На самом деле надо уже смотреть билеты, потому что их вообще нету. В основном все раскупают. Пока, кстати, я не могу сказать, что надоело. Вот обычно меня хватает тут на месяц, потом не хочется домой. Но сейчас вот просто в этот раз очень-очень быстро время прошло. И не могу сказать, что ощущается этот самый месяц, вообще нет. Я бы еще тут, ну, блин, недели три точно побыла бы. Ну, короче, еще здесь. Пока не собираюсь. Я одна. Я одна приехала, потому что Татьяна такая, не-не-не-не-не, типа, сегодня не вар. Он говорит, давай. Проводила меня, короче. Я вот приехала в город. Я надеюсь, то, что с этим VPN у меня зарядка быстро не сядет с прямым эфиром, с VPN и т.д. и т.п. Потому что что? Потому что трэш. У меня нет с собой пауэрбанка. Потому что я вообще им не пользуюсь, не знаю, у меня есть только зарядка. Татьяна дома, она, короче, приболела, и, ну, не то чтобы она приболела и за это не поехала, как бы она уже себя чувствует нормально, но, короче, не захотела она никуда сегодня тусоваться. Вот, ну, и мне так тоже хорошо, вот, приехала одна. Сейчас пока сижу, отдыхаю. На самом деле, вот вы спрашиваете, да, какая погода. Погода вот сейчас даже жарко, душно. Ну, короче, это самое. Дома в Москве. Что дома в Москве? А, ну, типа, в Москве дома. Ну, конечно, в Москве нечего делать летом. Что-то мне это... Что хочу сказать вам. Давно, кстати, вот я в эфир не выходила в прямой. Знаете, когда я выходила в прямой эфир? По-моему, когда думали, что Инстаграм закроет. И, короче, я провожала Макдональдс. И тогда я вышла в прямой эфир. И это был мой последний раз. Это было, блин, 3 месяца назад, что ли? Трэш, да? Я так редко выхожу. Нет, с Эдиком я не планирую встречаться сегодня. Ой. Вот я собралась в клуб. Ну, слушайте, клуб это громко сказано. Тут есть пару местечек, да, где можно потанцевать. Ну, типа, как сказать вам? Никогда каре не хотела. Слушайте, нет. Нет, не хотела бы, конечно же, блин. Длина это самая крутая вещь у девушки. Длина волос. Длинные волосы это, по моему мнению, самое красивое, что может быть. Вот. Ну, конечно же, не по моей воле у меня было каре, когда я там себя портила волосы. У меня вот такие волосы были. Короче, был трэш. Вот правда, нет, спасибо. Татьянка уже за лет натусила. Так слушайте, что от лет-то прошло месяц, что мы здесь. Была блокар, скачай, уехать можно на машине. Ой, нет. Куда дальше пойдешь? Дальше я пойду танцевать. Яна, мне телеграм твой больше по душе, ты там вела круто. Да я не знаю, блин, я, конечно, думала, что все, уже не будет никакого инстаграма, там не будет у меня нормального VPN, а потом я нашла нормальный VPN, ну, конечно, который меня там недавно подвел, но я нашла другой способ сохранять эту связь. Ну, короче, нет, телеграм прям мне не нравится. Хотя я тоже задумалась о том, что нужно и там вести блог, потому что, блин, ну... Не просто же так люди туда подписывались, правильно? Какой вес сейчас, шикарно выглядишь? Слушайте, спасибо. Я, конечно, особо тут не взвешиваюсь, но недавно взвесилась и думала, блин, я, наверное, вообще там, ну, потолстела, потому что мне казалось, что я тут много ем, короче. Мало хожу и т.д. и т.п. И, короче, я думала, что все, трэш, загналась. И, ну, я даже скинула. Вот я в Москве... весила больше, а сейчас вот как бы похудела. Сейчас вот не могу вам точно сказать, какой вес, но недели две назад я взвешивалась, у меня вес был 62 или 63, ну, типа мой вес. А зимой, блин, у меня был вес 67, чтобы вы понимали. Когда я уезжала из Москвы сюда, у меня вес был 60,
ну, 65 килограмм, короче. Ну, это я так в жизни никогда не весила много. Мой вес норм, это там 60 килограмм. Ну, короче, я думаю, что добьем эту цифру. Ну, конечно, я вижу, что я похудела, у меня лицо уже худое. Ну, нормальное, типа, не как зимой было. Поэтому все good, все идет как надо. Одно не страшно. А что страшно-то? Вот я в Москве так же хожу и еще хлеще гуляю, понимаете? А здесь я просто культурненько, блин, пришла, девочка-припевочка, жду. А что мне вот идти туда, вот где еще ничего не началось? Я немножечко здесь сижу, понимаете? О чем я? Ну и все. Решила с вами поболтать немножко. Мне жарко на самом деле, вот правда. Я вот даже без фильтров. Ну, потому что что? А зачем фильтры нам нужны в прямом эфире? Не нужны они нам. Ты с кем? Я одна. И с вами. У меня хорошая компания. На ближайшие 20 минут. Да? Покажи маникюр, пожалуйста. Ой, ну нашли бы что-нибудь еще спросить, потому что он у меня уже отрос. У меня он уже месяц, кстати. Вот реально, даже больше месяца. Сегодня какое число? 6? 7, 8, 9, 10, 11, 15? С какое сегодня число-то? Короче, суть в том, что ну ему чуть больше месяца даже. Даже. Хорошо держится прям, ну, шикарно. Я прям переживала, думала, блин, сейчас приеду. Знаете, еще зависит от цвета. Вот я какой делаю там, допустим. Какой-то у меня, короче, постоянно отваливается, какой-то держится. Ну, цветные вообще прям хорошо продержались. Но я такие оттенки вообще, в принципе, не делаю. Типа однотонные. Ну, это прям хорошо держится, и на ногах тоже. В веранду пойдешь или артист маринад? Нет, артист мне не понравился, честно сказать, вообще. А вот веранда, я в нее раньше ходила, ну, мы в нее раньше как бы ходили, и это самое нормальное место, которое здесь, мне кажется, есть. Но здесь еще я не ходила, но типа в мяте тут весело, типа. Ну, я не знаю, я там не была. Еще не была. Но это просто кальяны, но там просто музыка, типа, современного характера. Танцевабельная. Вот. Ну, я там не была и... Ну, я, конечно, рядом сейчас тут сижу, но я пойду в веранду все равно. О, Господи. После ботокс как будто объем меньше. Слушайте, ну, мне тогда же больше нравится. Я устала от этих... Я хочу прямые вот такие волосы всегда, гладкие. Объем это классно, но понимаете, ко всему очень быстро человек привыкает. А потом, когда он что-то новое делает, ему кажется, что так лучше. Поэтому пока так. Янчик, добра, береги себя, малышка. Спасибо большое. А ты одна пойдешь танцевать? Конечно. Ну а с кем мне еще нужно? У тебя нет подруг? Слушайте. Здесь нету. У вас свобода? Ну, как бы занято. Сейчас я вообще не поняла прикола. Телеграм это не то, вот Инстаграм самое то. Знаете, что заметила? То, что здесь... Записку оставил на столе. Господи, именно знакомства здесь какие-то, они совершенно другие. Здесь какие-то все такие простые. И мне иногда кажется, что я слишком грубо или обидно, типа, разговариваю, как я привыкла, ну, отшивать парней. Ну, типа, он такой спрашивает, у вас тут свободно? Хотя тут вот там лавка свободная, и там дальше лавка свободная. Я говорю, ну, как бы нет. Не знаю, может... Для них, мне кажется, такое услышать больно, наверное. Наверное, как-то по-другому тут общаются. Но я не знаю. Я говорю, как есть, типа, ну, как бы нет. Как бы не свободно. Я хочу одна посидеть. Ты одна тусуешь всегда смело. Я вам больше скажу. Я думала, ехать, не ехать. Я такая думала, да ладно, господи, нужно заколки новые выглядеть, реально. Я поехала из заколок. Купила здесь в местном магазинчике заколки. Ух, мне жарко, ребята. Безумно жарко. Я вот, кстати, ну, накрасила только брови. Хайлайтер и румяна. Я вот не наношу ни тон, ничего здесь. Но все равно вот чувствую, что лучше, конечно, без косметики ходить. Вот реснички я вчера нарастила, прям good, прям классно, прям супер-пупер. Ну, это, в принципе, всегда удобно, правильно. Но здесь тоже вот иногда хочется вот так вот. Вот так тоже походить хочется.
Будь осторожны, там парни горячие. Слушайте. Господи. Всегда есть телефон, можно уехать на такси домой. Ну, я... Мне вообще вот, мне уже ничего не страшно. Вот правда. Я сама кого хочешь испугаю, блин. Сейчас я, блин, как белочку свою включу, и меня все испугаются, и я вообще, блин, запомню на всю жизнь, блин, на всю топсы. Поэтому не нужно. Я ничего не боюсь. Чего мне бояться-то? Я сижу, блин, вот здесь, где люди еще ходят. Не переживайте за меня вот так. Сочно, хватит загоняться диета. Я, в принципе, никогда не загонялась и не загонялась, даже когда у меня был вес критически максимально высокий, когда, ну, реально, это такая, блин, отметка, которая вообще в жизни не достигала таких пиков. Ну, мне как-то было пофигу, реально. Вот, то есть, мне не было такого, что, ой, мне надо срочно похудеть. Мне было так, типа, пофиг. Но я понимала, что, типа, как-то что-то уже пошло не так. А сюда я приехала, просто, ну, у меня начался немножко другой режим. Другой вот воздух, понимаете, горно-морской, там, ну, больше каких-то пеших. Да я всегда много хожу, я в Москве тоже хожу. Я могу сказать вам так, что это не зависит от того, много ли ты ходишь, или, ну... Да я в Москве тоже всегда много хожу. Но жрать надо просто меньше. В Москве постоянно там у меня рестораны, кафе, фастфуд. Нет, доставки на дом я, кстати, вот... Стараюсь не заказывать, не, стараюсь не покупать, вот, да, как некоторые там чипсы домой, шоколадки. Я могу где-то обожраться, там вкусненько поесть. Меня сложно остановить в каком-то заведении. А здесь, типа, ну, блин, я тут нигде не, ну, особо, блин, ну, как-то, да в город мы, нет, мы в город часто ездим, но... Короче, вы понимаете, о чем я. Просто надо меньше есть ресторанно-кафешной еды, потому что там калорийность, конечно, выше, чем вы дома приготовите себе и съедите. Вы знаете примерно, что кого. Вот. Ну и все. Ну, в общем, все нормально. То есть никто не зацикливается, просто так немножечко опустили эту тему с похудением, просто забыли, расслабились и стали жить. И само все ушло по себе. Ну и не, ну, еще, конечно, есть чему уходить, но я это, ну, как бы, я не зацикливаюсь на этом, мне пофиг. Уйдет хоть через месяц, через два, через три, мне не принципиально когда. Да хоть не уйдет, мне так тоже хорошо. Ну, все норм. Спортом занимаетесь, жару? Господи, нет, конечно. Я вообще что-то пару раз, нет, не пару раз я тренировалась, не пару раз. Ну, нормально тут тренировалась, раз пять. За месяц, но лучше, чем ничего, правильно? Ну, сейчас, конечно, сейчас у меня такие тренировки, понимаете, я спускаюсь вниз с горы, вниз и наверх, как мы сегодня поднимались. 40 минут туда вниз и 40 минут назад наверх. Ну, соответственно, когда ты идешь назад в гору, ну, это уже ты там, блин, все сжег, все, что ты съел, мне кажется, на завтрак. Вот, а на пляже я особо ничего не ела. То есть я сейчас ем только вот утром и вечером. И то вечером лучше, конечно, не есть. Мне как-то плохо потом становится в такую жару. Рост, короче, 1.65 у меня. Привет. Почему постоянно с бабушкой гуляешь, подруг нет? Господи, можно я не буду отвечать на такие тупорылые вопросы, а? Вот правда, вот что за бред? До свиданус. Господи, блин. Ты на все лето как Татьянке. Ну, слушайте... В Москву, конечно, не хочется пока что. Но уже есть такие мысли, конечно же. С мусором что в итоге на ветке? Ты что? Это обычная процедура, которую здесь выполняет каждый сосед. Просто, типа, забирают утром, и все, уже сегодня его не было. Когда в Москву, я ответила. Будешь менять форму ногтей? Да нет. Нет, менее заметен, если отрастет. Да, мне как-то пофиг, видно, не видно. Есть же маникюр, правильно? Да, в Москве уже сделаю, скоро уже, я думаю. Скоро уже сделаю, потому что здесь не хочу. Я тут никого не знаю. Почему все хотят, чтобы ты уехала от бабушки? Я не заметила такого, что все хотят. Просто все интересуются, когда, чего, когда. Наверное, просто все привыкли, что там, ну, люди отдыхают по две недели и домой там, потому что их ждет работа, учеба. Меня дома ничего не ждет. Ну, я могу тут все лето, могу всю, весь сентябрь здесь прожить, но, естественно, как бы, есть другие у меня планы и цели на ближайшие месяца, поэтому так вот.
Мне кажется, это так неинтересно, но гулять по клубам и дискотекам. Слушайте, как неинтересно. Мне с собой вообще... Понимаете, вот если вам самим собой не скучно, то вам, соответственно, не будет скучно одним тусоваться и гулять тут. Ну, тут такое дело, понимаете, тонкое дело. Да, в Туапсе до сих пор, да. Ты как актриса. Что-то я недавно хотела такое что-то, блин... Что-то... Ну, не могу вспомнить, короче, такой прикол. В Туапсе есть постоянные места жителей? Конечно. Я недавно с тобой, расскажи, ты в Москве тоже живешь, бабушка? Почему не одна, и не с родителями? Господи, боже мой, потому что я так хочу. Одной будет мне совсем скучно. Ну, типа... Все. Я живу с бабушкой, потому что мне с ней весело, все. Покажи себя без фильтров, пожалуйста. Я без фильтров. Когда домой... Ой, а что это как-то я пропустила смс-ки? Какой максимум? Да, что-то я пропустила все смс-ки ваши. Трэш. А, вот, все, пошла массовка. Нет, я одна. Знакомиться? Ну, конечно, хотели с тобой познакомиться. Симпатично подошел. Ну, обычный, блин, парень среднестатистической красоты внешности. Ну, а мне от этого какой смысл знакомства? Вообще, мне неинтересно знакомиться. Зачем мне это нужно? На улице знакомиться еще с кем-то? Мне и так нормально. Мне не настолько скучно, чтобы с кем-то, с прохожими знакомиться еще сейчас. Не боишься одна так ходить? А что бояться? Что бояться? А что бояться? Сидеть дома трястись, что ли? Девочки, вы все на одно лицо. Ну покажите хоть одно еще такое же лицо, как у меня. Ну покажите, у кого? Ну и разве что у Марины схожесть со мной. Ну, блин, ну все равно мы тоже разные, понимаете? У всех разные лица. Я не знаю, про кого вы говорите. В общем, непонятен мне ваш смс-контент. Скажи, пожалуйста, много жилья там сдают или битком? Все, я не интересовалась этим вопросом. Я думаю, все овны такие грубые. Ты лесби, не любишь парней, агрессивная на мужчин. А у вас проблемы с головой, правда. Какие-то больные. Ну, некоторые здесь люди, которые здесь сидят и пишут такие комментарии. Странно. А в вашем понимании я должна бросаться на каждого, тот, кто ко мне там подходит каждые 5 минут, понимаете? Если для вас это праздник на улице, когда к вам какой-то парень подошел, да, там прохожий и захотел с вами познакомиться, вы уже там все потекли и не можете себя держать в руках, и ну как же я, она так? Но если ты вот так вот не делаешь, если ты, я не знаю, отшиваешь их, значит все, блин, ты там лесбиянка, и ты какая-то странная. Ну вы странные, раз, ну значит у вас какие-то проблемы со внешностью, самооценкой, с внутренней уверенностью и так далее, раз вы хватаетесь за каждого встречного и вот так еще реагируете на момент, который произошел у меня 5 минут назад. Я был там. Поехала из заколы. Да, крестик красивый у тебя. Ну, это такой крестик. Мне просто мой подарочный лежит дома. Я его не стала, короче, бриллиантовый свой сюда тащить, потому что, ну, мало ли, в море там, знаете, какие-то туда-сюда. Ну, и я вот этот свой надела, мне с ними спокойнее на самом деле. Потому что тот, как мне объяснили, он не... Ну, декоративный просто. А мне еще нужно, чтобы он был не только декоративным, понимаете, о чем я. Вот, пока мне вот так очень хорошо, безопасно с ним. Я себя чувствую даже лучше, чем когда без него ходила. Ты не одна, ты за клубом гуляешь. Да. Хотела с Мариной и Ромой в Турцию. Да, блин, да ладно. Что? Марина с Ромой должны приехать сюда. У нас тут своя веселуха, поэтому... Не знаю, как отвечать на такие вопросы, правда. Парень, походу, не Ахте, и Янка отшила. Какие румяшки у тебя? У меня румяна... Ну, блин, они классные. Я сейчас не могу вам сказать, какие именно. От Катрис, короче, я их
купила золотом яблоки перед отъездом. Такие, короче, они оранжевые с золотым еще мерцанием. Прям, ну, классные, как персик такой цвет, знаете. Даже нет, не как... Вы знаете, цвет заката. Такой вот закат. Фи-и-у. Я лучше одной, чем дома сидеть. О, господи, реально, что-то у меня прям эта линза, что ли. Я не знаю, почему, вот я тут линзы практически не ношу. Хотя вначале носила. Сейчас, короче, не ношу, потому что тут какой-то воздух, короче, непонятный, кислород. Может быть, это... Засыхают, короче, не моментально. Не знаю, что надо, короче, капли купить для глаз. Много косметики с собой взяла. Да, смысл от этого количества косметики, если я ее практически не использую. Потому что сейчас как бы это самое, жара FM. Я вообще тут, я не знаю, блин, накрасилась, наверное, раза 3-4 за все время. Это, наверное, 4-й или 5-й, не знаю. А сейчас довольна своей фигурой? Да, ёшкин матрёшкин, ну с этими вопросами, конечно, вы меня ставите прям в угол. Я даже не знаю, как отвечать на такие вопросы. Ну, я кайфую от себя самой, неважно, какая у меня фигура, там, 67-62 килограмма. Я себя в любом телосложении люблю, и я не оцениваю себя, там, знаете, за каждый потерянный килограмм. У меня не меняется ничего, я внутри чувствую себя круто, и это самое главное, поэтому, задавая такие вопросы, я реально не знаю, что ответить. 21:32 время сейчас. Такая красивая, хорошего парня нет, это ужасно. Ну, слушайте, это же не мои проблемы, что хорошего парня нет, правильно? Зачем мне проблемы? Так темно, в Москве еще так светло. Да, тут темнеет прям очень-очень рано. Тут уже, ну, 8, темно. В веранде вкусно готовят. Да, я вчера ела там. Ногти красивые очень, да, спасибо. Ты сегодня будешь только танцевать, а коктейли? Слушайте, у меня уже коктейли. Какой максимальный вес был? Ну вот я вот говорила в начале трансляции, то, что самый максимальный вес, это вообще, ну, это реально трэш. Я просто свои фотки сейчас пересматриваю. Я думаю, блин, ну, конечно, может быть, мало чего изменилось. Может, мало чего было там ну, на фотках заметно, потому что, может быть, не так сильно это прям было явно видно, но 67 килограмм – это моя максимальная отметка, которая вот у меня была зимой. Ну, мне, конечно, там еще гормоны прописывали там по здоровью, ну, не знаю, из-за этого, но мне кажется, я просто много жрала, вот все. Рост у меня 1,65 м. Ты же понимаешь, что будучи худой, мужчин будет в разы больше, а так выбор достойных невелик. Господи, у вас какое-то мышление очень узкое, понимаете? Если вы так считаете, только, ну, вы имеете право на то, что так считать, понимаете? Но это только в вашей голове так. Только в вашей голове так. Это ваше мнение, ваше суждение и ваше видение этого мира. Поэтому давайте не будем с больной на здоровую голову, ладно? Нормальный человек с нормальной самооценкой такие вещи не будет писать, правда. Вот я никому такие вещи не пишу, я никогда бы не написала, мне смешно. Брат, наверное, уже по Москве, маме соскучился, он ведь малыш, по сути, еще. Ну, слушайте, малышу уже через 2 месяца, до 14 лет, он паспорт получает. Ну, кайфует он тоже тут, блин, ну, в телефоне, конечно, телефон у нас время у всех с каждым годом забирает, все больше и больше, и из-за этого, как бы, не могу сказать, что прям чувствуется, что мы здесь мега долго, но, как бы, да, есть такая уже мысль, что, а что там в Москве, а как там что? Ну, уже, да, и бывают такие разговоры, но не прям так это. Нет, Егора не просится пока еще в Москву. И она как, мама, у вас операция, отлично. Когда домой? Покажи себя без фильтров, пожалуйста. Я без фильтров. Линза реально засыхает, пипец. Так, время уже без 15:10. Мне уже скоро пора закругляться. Но сейчас дочитаю ваши смс-очки и пойду. Лена, а денежки откуда берешь? Родители дают. Слушайте, а какая разница, кто мне их дает? Какая разница? Мне кажется, это некрасиво такие вещи задавать. Расскажи, что есть топсы? В топсах
Туапсе есть классное море. А, Туапсе сам по себе очень классный город. Здесь очень, не знаю, приятная атмосфера, такой вот вайб, так сказать. Я очень люблю этот город. Такой город-курорт. В моем сердце навсегда. Здесь много всего есть. Все за одну секунду вам не перечислишь, а я уже вот тороплюсь немножечко. Хочу дочитать просто каждое сообщение и уже пойти. Вы с Мариной, правда, как две сестры. Передаю привет Магнитогорску. Привет, Магнитогорск. Хотела бы жить в Туапсе. Ну, я живу здесь. Не на ПМЖ, конечно, но живу пока. Сколько градусов на юге? Слушайте, ну, мне кажется, здесь просто тут другой климат, понимаете? Здесь жарко и жарче, чем в Москве. Хотя по температуре в Москве там 32-35 или сколько там, я не знаю. Сейчас вот 27, 26, 24, 25. Вот такая температура у нас. Завтра обещают дождь. Но я надеюсь, что его не будет. Потому что я хочу все-таки еще позагорать. Пошла бы еще опять бы на Дом 2. Нет. Но я уже постоянно об этом говорю. Я бы пошла бы туда, если бы действительно был бы там какой-то достойный человек, ну, который меня чем бы-то зацепил. Но такие туда точно уже не придут, мне так кажется. Сейчас уже время другое, понимаете? Поэтому, а что там делать? Вот свою молодость я не хочу губить на этом проекте. Бессмысленно. Реально бессмысленно. Нету смысла. Все правильное рассуждение, Яночка, у тебя как у взрослой бабушкина школа. Ну, слушайте, я тоже, блин, не маленькая уже, понимаете? Нужно уже своим котелком варить и иметь какую-то точку зрения. А у меня точка зрения, блин, я не знаю, с 5 лет, наверное, такая. Поэтому мне кажется, что ничего в этом криминального нету. Это я. Будем знакомы. Что пьешь? Я пью напиток. Тут алкоголь продают до двух. Ой, до двух, господи. Ну, если бы до двух, то. Короче, тут алкоголь продают до 10 часов, до 22. А в Москве до 11. Главная алкашка проекта Яна Африкантова, матершинница и алкашка проекта. Будем знакомы. Ну что, уже придумать нечего такому аленькому цветочку, понимаете? Поэтому будем говорить, что это плохо. А ничего, что все. Все. И каждый день. И я иногда думаю, блин, а как так можно пить каждый день? Ну, у меня нет такого желания. Ну, может быть, было там 18 лет, знаете, отрываемся. А сейчас типа, ну, блин, не знаю даже, как ты это самое. Не хочу уже завтра себя плохо чувствовать. А раньше похеру было. А сейчас мне 21 год, понимаете? Я даже вообще не понимаю, что мне 21. Вот я так сегодня, короче, на пляже, бабушка меня решила познакомить с мальчиком. Я думаю, бабушка, можно я просто позагораю, меня не нужно трогать. Короче, там был пацан, пацаненок такой, ну реально пацан. Ну вот не могу сказать, что он парень там какой-то, ну блин, пацан. У меня, короче, такие знакомые были, быдло, знаете, такие, ну как быдло, такой вот, типа, резкий парень. Ну и, короче, все, он подходит, меня так-то зовут, он представился, и бабушка такая спрашивает у него, а сколько тебе лет? Он говорит, типа, 19 мне. Я такая, ой, а нашей Яночке тоже 19. Такая, ага, только 21. Я такая, ну, все хотят 19, типа, казаться старше. Я такая, да, если бы. Ну, реально, мне на самом деле, наверное, 19. Ну, вот мой возраст, блин, 19 лет очень быстро прошло. Знаете почему? Потому что, когда мне было 19 лет, был этот гребаный карантин, да, вот этот год просто, вот, ну, прошел. Вот, ну, мы же все заперти тут сидели, понимаете, и что, какая тут жизнь-то? На даче, с дачи в дом, квартира, маска, тест на ковид, т.д. и т.п. Ну, это трэш, это трэшер. Опа. Вот. Ну, короче говоря, это самое. Очень обидно, что мне уже 21, потому что, ну, все чаще и чаще на моем жизненном пути попадаются люди, которые мне показывают, наверное, да, мне там свыше показывают, что, ну, блин, уже в 21 там кто-то что-то... какую-то семью, детей. А я так смотрю, думаю, блин, я и через 10 лет не хочу ни замуж, ни детей. Ну, потому что, судя по тому, что так быстро и 5 лет прошло, и еще, значит, 5 лет так же быстро пройдет. Ну, блин, не хочу я, ну, реально не хочу. Может быть,
У меня вообще никогда не будет детей, семьи. Я реально не хочу жить по какому-то шаблону. Мне похер. Конечно, не хочется стареть. Ну, 21 год. Я даже не понимаю, что мне 21. Ну, то есть, блин, а скоро 22 получается, да? Через 9 месяцев мне 22. Да пошли в жопу, короче, эти цифры вонючие. Задолбали меня. У меня девушка в Москве. Где так загорела? Так, спасибо большое. Я, в топ-сет здесь загораю каждый день. Стараюсь, чтобы какой-то был эффект. Понимаете, хоть какой-то бонус от поездки. Я так, получается, что? Хочу загар. Вот и есть загар уже. Покажи румяна сторис. Да, окей, хорошо, посмотрю. Покажу. Такая классная, очень люблю твои эфиры и сторис. Спасибо большое. Сок пьешь? Да, я пью сок. Насколько похудела. Я на тебя женственность не хватает. А вам мозгов не хватает? Ну реально, уже какой комментарий? Засрать ты мой хочешь сегодняшнее ток-шоу. Иди в жопу, реально. Задолбала. Или задолбала, я не знаю, кто ты. Но в основном такие вещи пишут либо больные люди на голову, либо завистливые бабы. Вот и все. Как бы для меня ты просто пустой звук. Все, тема закрыта. Так, правда, Бигрина и Ремашов не звали на свадьбу или больше они дружбанах? Ну, слушайте, она же знает, что я в топсе и так далее. Нет, она меня не приглашала. Я как бы здесь. У меня другие как бы планы. Где бабушка? Бабушка дома. Ты очень красивая девушка. Спасибо. Я одна. Разочка, ты умная и позитивная. Спасибо большое. Где работаешь? Бабушка, я просто. У нее нет мамы. У меня есть мама. Господи, боже мой. Вот. Просто я, походу, еще не дошла до истины, да, не поняла, где еще зарыта собака, но я просто по следам твоим горячим иду, и я отвечаю на твои тупорылые смски, а пора уже заканчивать с этой возней. Мне реально не хочется отвечать на эти смски. Просто ты пишешь какой-то бред, ну реально бредятину. Вот тебе что там, ты обкурилась, что ли, деточка? Короче, молчи, она еще поделает блок. Еще одно смс в такой грубой форме, знаете, такой прикол, и полетишь в черный список. Вот и все. У меня как бы со мной шутки плохи. Ты тревожный человек? Да мне кажется, все тревожные. Господи, боже мой. В нашем современном мире, с нашими современными новостями, мы все тревожные. Как бы... Конечно. А что нет-то? Туситель для мух. Конечно. Егор тоже похудел на вид. Ну да. Что по образованию? Я стилист-визажист. Но это, естественно, еще не окончательная корочка. У меня в планах еще поступать на вышку. Поэтому все будет good. Как говорится, собаки лают, караван идет. Я просто предвкушаю ваши вот эти вот эти самые ненужные вещи. Ненужные совершенно ни вам, ни мне. Грубая ты. Ну а как ты хотела, деточка? Ну а как ты хотела по-другому? Красопеточка это моя, милый мой котенок. По-другому в этой жизни, привыкай, дальше будет хуже и в твоей жизни, понимаешь, может случиться разные вещи, поэтому будь готова ко всему, понимаешь? Если драка неизбежна, нужно пить первым, понимаешь? Вот и все. Ну, мы с тобой договорились. Сколько весишь? Господи, почему одни и те же вопросы? Можно я как-то ответ прикреплю, чтобы на них не отвечать? Ты так нелепо назад в говно было, обливала. Ну, слушайте, классно было мне, классно. Это было, кстати, не неделю назад, а почти месяц. Если вы плохо следите за мной. Надо потщательнее. Наймите получше сотрудников ваш агент-сервис. Мне так льстит, на самом деле, то, что вы такие внимательные, заботливые. То, что вам не все равно на меня, мне так приятно. Сейчас открыто, но ты опять бабушка, а не с молодежью. Я не понимаю, о чем ты. Вот реально, мне уже не хочется вникать. В какой-то... Блин, ну трэш. Что я читаю вот эти комментарии? Помогите. Можно мне как-то... Мне предлагают, короче, модератором мой прямой эфир. Я даже не знаю, что это за функция. Мне, короче, нужно объяснить им как-то, знаете, Я не знаю. Сделайте что-нибудь, чтобы не видеть это говно. Все, у меня вторая бутылочка осталась, ребят. Бутылочка кваса на разлив.
А если парню 19, тебя это не устраивает? Ну, слушайте, что такое 19 лет? Вот мне 21, я малышка любит дилера, понимаете? Я малышка. Нет, я не малышка, в принципе, не малышка. Но я просто знаю, что парень в 19 лет вряд ли будет какой-то супер-пупер взрослый мыслящий и имеющий что-то уже в этом возрасте. Нет, ну, блин, конечно, нет. Только если дружить. Ну, а дружить мне тоже неинтересно с такими малышами. Ну, даже девочки, как бы, даже, в принципе, всегда на пару лет взрослее думают и мыслят. Ну, а что им нужно? Им нужно только... Им нужен только перепихон, понимаете? А мне это не нужно. Мне это неинтересно. Спасибо большое. Ян, ты умница, красавица, такая хозяйственная, ваш эфир с бабушкой огонь. Реально позитив, сложные минуты помогает прямо. Спасибо, очень приятно. Саш, привет, как дела твои? Как там погода в Сочи? Увидела сейчас только твою смс-ку, не знаю, здесь ты, не здесь. Пиши, если здесь. Обидно, когда ссора, когда любимого встретишь, захочешь детей, свадьбу. Да, согласна. Ты не встретила своего Моргенштерна? Ой, Моргенштерн, конечно, трэш, дал жару. Я не думала, что он такой мудак. А, семья тоже круто, вы класс, спасибо большое. Ты с родителями живешь или с бабушкой в Москве? А, я живу с бабушкой. Блок неадекватных, правильно. Так, гаси, гаси их. Ты копия бабушки? Ну, не копия. Немножко есть сходство. А так мы все уникальны, понимаете? Мы все люди уникальны. Вы класс, красавец. Спасибо большое. У вас бабушка красотка. Спасибо, конечно. Выше на кого хочешь. Ну, не хочу пока. Я же девочка, понимаете, у меня все меняется. Не хочу давать поспешных ответов, потому что я еще не поступила. Когда поступлю, скажу. Ты заметила, что у молодежи в эфире нет? Ты заметила, что у тебя молодежи в эфире нет? Все бабушкины подписчицы. Слушайте, потому что не все пишут, понимаете? Я вот заметила, что ну, молодежь, она такая нейтральная, типа, ну, кто-то захочет, напишет, да, но в основном гадости пишут только вот взрослые старые тетки там и еще что-то, или просто счастливые люди, да, там, которые не стесняются ничего, то есть, ну, да господи, что я тут распинаюсь перед вами? До свидания. Ты губы делала? Яночка, я очень тебя люблю. Заметь, пожалуйста. Спасибо, заметила. Вы что, Татьянку не хотите внуками обложить? Трэш. Вчера как Татьянку спину толкала, как я смеялась. Да, смешно. И нет, на глазах. Я расцветаю на глазах, дорогая моя. А ты тухнешь в моих глазах и сдуй отсюда. Молодец, так держи, ты откровенный, ты очень добрый, хороший, спасибо. Подписчики ТВ сюда прибежали. Где Татьяна? Она дома. Сочи класс. Яна такая... Янка, какая ты глупая, чистый ребенок. Ну, слушай, а ты чисто старуха, вот и все. Которая необразованная и пишет такие гадости, вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, своими детьми и внуками, если они у тебя есть. Если нет, ну, пора задуматься о своем существовании. До свидания. Яна, я сейчас стала сегодня импонировать тебе, если ты сегодня такая милая. Спасибо. Анечка, привет. Настя, приветики. Так, будь такой, как всегда, жестко. Тоже сижу на улице. Ты молодая психолог, ты красивая, ты крутая, спасибо. Много всего пишете, просто я это, у меня глаза разбегаются уже. Короче, Янку больше не буду называть Олегом. Блин, ну вы... Тупые курочки, на самом деле, старые, потому что вы не шарите за Кизару, не шарите за Ватикстал, блин, просто какую-то ересь придумываете, на самом деле, мне вас очень жаль. Правда, мне смешно было, мне... Я даже не думала, что можно настолько быть тупыми. Когда ты не говоришь высокомерным голосом с вызовом, ты такая милая. Слушайте, спасибо, конечно, но
Я люблю людей, которые принимают меня такой, какая есть, и не говорят о том, что я сегодня тебя люблю, то, что ты милый и не хамишь, а завтра ты говно, сгори в аду. Поэтому мне вообще без разницы, любите вы меня или нет, честное слово, правда. Я от этого не испытываю ничего, мне похеру пустой звук. Ян, ты тоже пайки будешь со семьей делить? Да, господи, обойдутся. Мне вообще пофиг. Я не знаю вообще ничего, не надо. Башка твоя мама. Нет, кстати, вот в последнее время вообще не курю. Вообще нет. Хотя раньше, знаете, вот эти электронки туда-сюда, я думала, знаете, что такое-то, вот когда-то у меня, ну, я думала, что это навсегда, короче, у меня, а сейчас вот уже с марта, наверное, вообще не покупаю это дело, март, апрель, да, март, апрель, май, июнь, ну, короче, 5 месяцев практически этого дела не курю, а сигареты, ну, не курила. У нас тепло так же хорошо дохачивать тьма, не притолкнуться, на пляже ходим дикие в основном. Да, вот мы тоже, кстати, здесь попали на дикий пляж. Там, конечно, народу не меньше, чем на других пляжах, но все равно тоже много отдыхающих стало. На каких будешь гулять? Только все начинается, еще даже ничего не началось. Мы немножко подогреваем интерес спортивного плана. А без Нины скучнее стало? Нет, господи, никогда не зависит мое настроение от количества людей вокруг меня и так далее. Просто, да нет, все хорошо, короче. Тетя Нина веселая, Трамп, тетя Нина, как мы еще там ее называем. Раньше я вообще не называла ее тинейджер, потому что она одевалась, когда мне было 10 лет, она, короче, одевалась практически как я, типа, ну, в детской одежде такой какой-то ходила, типа, тинейджерской. Я такая... Тинейджер, тетя Нина тинейджер. А потом мы, короче, ее прозвали тетя Нина Трамп, а еще как, Нинель. Вот. Делать чаще эфирчики, хорошо. Ты ботокс сделала на лоб? Да делала, но он уже, видите, исчез. Ну, потому что пила антибиотики, они, наверное... Ну, они вообще, в принципе, не рекомендуются при таких делах. Я на что готовилась сегодня? Блин, это звучит так, как будто бы я каждый день должна что-то готовить. Нет, я просто скажу вам, потому что такое реально было. Сегодня я готовила утром сырники с бананами. А я такая думаю, а почему бы и нет? На самом деле, блин, что-то часто я начала готовить. Просто меня как-то успокаивает, не знаю. На кого из родителей похожи? На маму и на папу. Ты сама себя обеспечишь. А вот все, надо было раньше. Я отвечала на этот вопрос, потому что был похож. Не хочу дублировать ответы на эти дублированные вопросы. Не на огонь, да, не на фрик смешной. Яночка, пока мы тебя любим. Пока-пока. Любишь кошек? А, все. Красотка, спасибо большое. Загар красивый у тебя. Спасибочки. Стараюсь загорать. Побольше. Потому что реально вот завтра обещают дождь. Как мне посмотреть людей? А, вот. Короче, завтра обещают дождь. ХЗ, не знаю, короче. Будет, не будет. Надеюсь, что не будет. Ну да, у меня по природе кожа светлая, но хорошо загорает. Любишь кошек? Я вообще не люблю животных, честно сказать. Ну, не то, что я их не люблю, но я как-то к ним нейтрально отношусь. Типа, ну, они меня умиляют, но я не так, что, ой, хочу собаку, хочу кошку. У меня такого никогда не было. Ни в детстве я не просила им мамы, ни его папы, не просила никого. Ну, может быть, было время, мне, короче, купили как-то котенка, принесли домой, и я его, короче, испугалась, маленькая была. И все, и с того момента у меня... Особо не было домашних животных. Ну, или были, но недолго, короче. Ну, так, типа, они как-то существовали рядом со мной. Я не знаю. Короче, вот так вот. Ты любишь больше бабушку или маму? Слушайте, ну, вообще, конечно. Такие вопросы спрашивают.
Сколько идти до моря? Ну, а от дома до... Ну, если не спускаться до, так сказать, базового пляжа, да? Не базового, который вот прям под нами. 40 минут. А так на автобусе либо как? Либо что-то такое. Ладно, ребяточки, давайте, выйдите. Уже время, значит, 10 часов на часах. Надо бы уже топать. А то что? То что уже? Уже как-то как будто и тусоваться не хочется, понимаете? С вами наболтались. Как... Я с вами как дома, понимаете? С нормальными, я имею в виду, людьми. Я уже чувствую себя, знаете, как будто уже можно и спать лечь. Тут так много на самом деле... Блин, какой-то мужик идет. Тут, короче, так много на самом деле этих машин с музыкой. Такая атмосфера сразу классная. Не то чтобы я прям за всеми руками вот этих вот... Как это, типа, суетологов или как это называется. Но все равно классно, что такие тоже люди есть, которые слушают музыку и дают возможность послушать их остальным окружающим. Вот что я хотела сказать. Так, а я обожаю котов. Я в детстве просила котенка, взяла 21, нашла на улице. Видите, каждому свое. А я не знаю, кто вот у меня так. Я прям нейтрально к этому всему отношусь. Есть хорошо, я их не обижаю никак, я как бы... Я никого не обижаю, блин, я вообще, блин... Я человек нейтрал, мне кажется. Пофиг как-то. Ну, не то, что пофиг в плохом смысле, а просто как-то так. Не боишься одна? А чё? А чё, собственно говоря, бояться-то? Чё бояться? Тут, блин, люди ходят, понимаете? Много отдыхающих, везде фонари. Ну, я тоже, блин, девочка не глупая, скажу, блин, пару ласковых и уеду домой. Ну, или уйду в другое место соваться, и все. Секранты, как будто такая музыка. Она с заколками. Так, вот я сейчас думаю, идти вот по этой улице или по этой? Что по той как бы много алкашей может быть. Ну, неприятно, понимаете, когда алкаши какие-то такие прям вот так вот просто уже набуханы. Молодец, что одна ходишь, некоторые за этого дома сидят. Все, спокойной ночи уже мне желают. Но ночь будет у меня спокойная, конечно же, но чуть попозже, потому что я сейчас... Ну, тут, кстати, не тусуются прям до утра. Тут они как-то до часу, до двух, и все. Ну, и до свидания. Мне больше не нужно. Я очень не люблю вот эти тусовки вот в Москве. Мне так дурно становится, когда, знаете, уже я вижу этот рассвет, и я еду домой в такси, уже светло, там люди на работу. Я очень не люблю это чувство. Я люблю вот уезжать домой ночью, когда еще темно. Вот это да, вот это ты уже спокойно умылся там, ну или не умылся, в своем состоянии. Уснул, короче, проснулся, и уже новый день. А так ты утром просыпаешь, ой, утром только едешь. Короче, фу, не люблю. Это молодцы, на самом деле, они тут в таксе. Нет, стесняться не нужно, но это не говорит о том, если у вас какой-то опасный там район или город, конечно, ну, лучше нет. Но я уверена здесь в том, что здесь все... порядке. Здесь очень-очень много молодежи, отдыхающих, поэтому, ну, тоже нужно чувствовать нутром, да-да, нет-нет, если нет, то как бы, конечно, ну, если, конечно, есть такие моменты, когда я чувствую, что, ну, лучше свалить, к примеру, да, от греха подальше. Ну, у меня как-то интуиция работает хорошо. Ну, я иду сейчас, видите, да все гуляют, вообще классно, лето, вы чего? Ну, правда, в линзах что-то какая-то мутатень. Блин, я не знаю. Трэш. Трэш. Туда, кстати, нужно было идти вот по этой улице, потому что там прям вообще одни эти самые. Ну, люди младше меня, короче. Не хочу как за малолетками, потому что я сама недалеко от этого ушла, но все равно, короче. Ну, малыши сидят там, короче. По 15-16 лет тасуются. Вообще не страшно, короче. Все. Че я с вами это самое? До конца, что ли, так дойду? Согласна, если утром усну, только тот день проспал. Ну, пропал и проспал, то же самое.
Все так смотрят здесь, когда ты идешь с телефоном разговариваешь, ты как-то немножко это дико со стороны как будто бы. Все, ребяточки, давайте, спасибо за эфир. Я не знаю, как там его сохраню, не сохраню. Посмотрим, я уже давно, блин, не вела эти эфиры, не знаю, куда они там сохраняются. Ну, честно, не помню. Короче, посмотрим. И не сохраню их хорошо, я сохраню, пересмотрите, кто только зашел, если там будет желание. Просто кто-то пробовал это, просит, это сохранить. Обещать не обещаю, но попробую. Все. Лавки, чмоки, поки. Споки-ноки, я пошла тусоваться, увидимся в сторис. До свидания.